Холь, привет, пошли гулять. Нет, извини. Холь, ты шутишь. Я совершенно серьезно, Кейт. Я на данный момент не хочу никуда идти. В смысле? То есть... Это не сон. Это всего лишь сон. Нет, Кейт, это жестокая правда жизни. Дай угадаю. Ты опять читаешь. И все отгадала. Ваше Высочество, Кейт Катин, угадала то, чем я занимаюсь на данный момент. Холь, если честно, я тебя не знаю. Раньше ты была такая дружелюбная, и выходила все время гулять, и заводила новых друзей. А сейчас ты портишь мои мечты. Уж извините, какой меня Маша редизайнила. Не кажется ли, ты постоянно все время валишь на Машу? Не твое понятие дело. Рассказала, какая есть, значит, такая, какая есть. А теперь извини, мне надо прочитать шестую книгу из 30... А теперь извини, мне нужно дочитать шестую книгу из 21... А теперь извини, мне надо дочитать шестую книгу из 22 предложенных. Что это только что было? Пиши проду! Нет! Ну ты коза. Не смотри на меня так. Слышишь? Не смотри. Ой, да ну тебя, я сваливаю. Смотри же, я Билла позову. Ты жалкий холоп, ты даже не знаешь, что Билл мне подчиняется. Скорее бы уже убрали этого идиота. Маша, ау! Маша! Что тебе надо, смертный? О, вот ты где, повсюду тебя искала. А теперь говори. Зачем ты изменила характер Холли? Потому что мне это нравится. Да ты уже задолбалась с этим выражением лица. Там много вот, Холли не выходит на улицу, не хочет с нами гулять, и вообще больше ни с кем не друг. Не хочет заводить знакомств. Ты уж меня простите, но я не изменяла Холли. Так, стоп, в смысле ты не изменяла Холли? А чё она тогда такая, такая странная? Дело в том, что между мной и Холли существует особая связь. Впрочем, так как и между любимым создателем и его Оспони. Но суть не это. Суть в том, что когда меняюсь я, тогда меняется моя главная ось. Моя главная ось является Холли. Значит, по сути дела, у нее тоже меняется характер, внешность и так далее. Интерес и там... Ты же как бы заметила, что она книгу начала читать в обильном количестве. Ну да. И ты не сможешь менять правильный характер Холли, поскольку я создательница целая история от меня. Как меня бесит это выражение лица. Итак, дорогие мои, я собрала вас здесь, чтобы сообщить не очень приятную новость. Холлин характер изменился набрать. И она не хочет выходить на улицу целыми днями. И я вот тут так подумала. Может, если создать что-то типа квеста по ее любимым книгам? Только отчет там обязательно будет больше, много страшиво. Надо спросить Машку, называется страшная книга. Элисон? Элизин? Короче, сама спрошу. А ты уверена, что мы справимся втроем? Может быть, стоит еще кого-нибудь позвать? Да, это можно. Но кого? Кого-кого? Приску. Всем здрасте. Вау. Ну так, тогда приступим. Хоть сейчас действовать надо осторожно. Холли не должна догадаться об этом сюрпризе. Если мы будем работать тихо, то мы сможем все сделать аккуратно. И сможем вытащить Холли на улицу. Значит, они придумали план. В таком случае нам просто повезло. Но что же мы будем делать? Ты прекрасно знаешь, что. Прикажи им вооружиться. Скоро здесь начнется самая настоящая битва.